А что вам сказать? Ну, скажите нам что-то про Брайтон. Ну, что сказать? Очень хороший Брайтон, очень хорошие люди. Да? Да. Что конкретно хорошего в Брайтоне? Ну, любят подсказать человеку, любят помочь в трудную минуту. Это главное. Деньгами могут помочь? Ну, могут и деньгами, если нужда. Вы могли долларов 50 сейчас дать, чтобы мы... Нет, я получаю чек только в пятницу, в конце дня. Я сейчас иду за чеком. Понятно.